В Бендерах пора большого ремонта. Меняют коллектор в центре города. Главную магистраль, улицу Суворова, в районе центрального рынка на несколько дней перекроют для движения транспорта, в том числе общественного. Бендеры, улица Лазо. Работы по замене коллектора коммунальщики начали еще на прошлой неделе. Уже сняли асфальт и вывезли грунт. Завезли трубы. Впереди самый ответственный этап. Ремонтники двигаются к центральному перекрестку Лазо-Суворова. Здесь пока работает фреза, разрезает асфальт. Уже завтра дорогу раскопают и весь поток транспорта пустят по параллельным улицам. На этом участке предстоит буквально ювелирная работа. Помеха сверху, для экскаваторов контактная сеть троллейбусов. Под землей паутина инженерных коммуникаций и основные линии связи. Мы готовимся к двум сценариям, надеемся на оптимистичный, где нам удастся этот участок не копать, сделать разработку частично вручную и проложить в футляре в ныне действующем коллекторе новую трубу. Если не получится, мы готовы и к пессимистичному сценарию для того, чтобы провести эти работы уже вручную, сделать специальные подвесы и проходить через этот участок. Улица Суворова – главный транспортный коридор Бендер. Завтра с 9 утра и до окончания ремонта остановится большинство троллейбусов. Конечная остановка маршруток переместится на площадь Освобождения. Со вторника мы утром развозим людей на работу, да, и в 8:30-9:00 у нас съезжают троллейбусы, это двойка, тройка и пятерка, и уже заезжают в депо. Остается у нас троллейбусы маршрутов, значит, 5А, 1-1А. 19-19А тоже, конечно, остается. Все они будут с Тираспольской, конечно, у них Тираспольская. Главная задача – оперативно сделать все работы и открыть перекресток. Если новую трубу удастся вложить в действующий коллектор как футляр, закончен за несколько дней. Напомним, это второй этап замены городского коллектора. Общая протяженность участка – 320 метров. Стоимость работ – около 5 миллионов рублей. Деньги из фонда капвложений и инвестпрограммы водоканала.